В России стартовали продажи нового кроссовера Chery Explore 06. Автомобили везены в Россию частным путем, по схеме параллельного импорта. Chery Explore 06 представляет собой полноразмерный кроссовер с длиной 4 метра 54 сантиметра, шириной 1,9 метра и высотой 1 метр 68 сантиметров. Колесная база составляет 2 метра 67 сантиметров. Автомобиль оснащается турбированным двигателем внутреннего сгорания, объемом 1,6 литра на 197 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Везенные в Россию машины имеют полный привод, хотя за рубежом есть и версии только с передним приводом. В автомобиле есть полноценная мультимедийная система с тачскрином, диагональю 13,2 дюйма, климат-контроль, цифровая приборная панель, проекция на лобовое стекло и камера обзора на 540 градусов, которая показывает окружающую обстановку не только вокруг автомобиля, но и под передним бампером. Что интересно, в Китае автомобиль поступил в продажу менее месяца назад. Там он предлагается по цене примерно от 1,5 до 1,8 миллиона рублей по нынешнему курсу. В России ранее можно было приобрести кроссовер Chery Explore 06 по предзаказу по цене 3,990,000 рублей, что на данный момент соответствует примерно 42 100 долларов США. Уже везенные автомобили Chery Explore 06 предлагаются к покупке в России за 4,095,000 рублей или примерно за 43 200 долларов США.